Қайырлы күн көрермен, қазір біз Қонаев қаласынан 30 шақырымдай жерде орналасқан әскери жаттығу полигондамыз. Сәлден кейін осы жерде елімізде бұрын соңды болмаған ауқымды әскери жаттығу өтеді. Батыл Тойтарыс 2023 деп аталатын әскери шараға 600-ден астам техника мен 2000-нан аса қызметкер жұмылдырылған. Мемлекет басшысы Қасым Жомар Токаев та Қазағармиясының қуатын бағамдау үшін осында арнайы келді. Оқу жаттығу міне қазір басталуы тиіс. Назарларыңызға ұсынамыз. Господин Верховный Главнокомандующий, уважаемые гости, вашему вниманию представляется показ этапа практических действий бригадной тактической группы десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями сухопутных войск, военно-воздушных сил и сил специальных операций, приведение наступления с форсированием водной преграды и разгрома обходящего отряда противника на противоположном берегу. Противник применил беспилотные летательные аппараты. По переднему краю наших войск ведется активное огневое воздействие. Командиром бригадной тактической группы принято решение беспилотные летательные аппараты противника уничтожить огнем зенитных установок. Эффективное поражение дронов противника спаренными зенитными установками ЗУ-23-2. В небе вы наблюдаете ведение воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов, состоящих на вооружении разведывательных подразделений. С южного берега реки осуществляется переправа подразделений сил специальных операций с группами разминирования инженерных войск на лодках типа «Ротан» в интересах обеспечения форсирования группами сил специальных операций. Проводится разведка водной преграды и противника на противоположном берегу. Проделывание прохода в минных полях. На противоположном берегу группами разминирования инженерных войск. В небе звено самолетов, истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ. С кабрирования наносят ракетные удары по опорным пунктам и огневым средствам противника. Вы наблюдаете точное поражение с использованием авиационных неуправляемых ракет. Последовательно, уничтожая объекты противника, авиационные удары наносят ударно-боевые вертолеты армейской авиации Ми-35, идущих на боевом курсе с задачей уничтожить вновь выявленные огневые средства противника на южных скатах горной линии. Эффективное поражение противника осуществляется с использованием неуправляемых ракет типа С-8. Командир бригадной тактической группы принял решение нанести огневое поражение противнику силами двух артиллерийских дивизионов. Вы наблюдаете эффективное поражение огневых средств противника на переднем крае его обороны. Командир бригадной тактической группы принял решение сосредоточенным огнем из всех видов оружия уничтожить огневые точки и укрепленные пункты противника, в боевых порядках ведение огня и поражение объектов противника из вооружения танков Т-72. Огонь ведется по бронетехнике и огневым средствам на укрепленных позициях, как бронебойными, так и осколочно-фугасными боеприпасами. Выдвижение из исходного района и развертывание первого эшелона бригадной тактической группы для форсирования водной преграды и захвата плацдарма на противоположном берегу. Продолжает непрерывное огневое воздействие на противника артиллерийская группа. Не снижая интенсивности с огневых позиций, ведет прицельный огонь танковая рота, уничтожая бронеобъекты противника и живую силу. Вы наблюдаете, как десантно-штурмовая рота первого эшелона на указанном участке осуществляет вход в воду и форсируют водную преграду сходу. Наращивание усилий наступления и продвижение в глубину обороны противника осуществляется вводом в сражение 2-го эшелона передового отряда в составе 2-й десантно-штурмовой роты. Форсирование водной преграды осуществляется без снижения темпов наступления войск. С выгодных позиций на южном берегу подразделения прикрытия осуществляют постоянное огневое воздействие на противника, подавляя и уничтожая его огневые средства. По мере приближения наших войск к противоположному берегу, огонь артиллерии переносится в глубину обороны противника. Корректирование огня осуществляется по сигналам командира роты, наступающего в первом эшелоне. Наблюдение за результатом огневого поражения и действиями противника в глубине осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Уважаемые господа, вы наблюдаете форсирование водной преграды 2-м эшелоном передового отряда. Артиллерийская группа бригады ведет огневое сопровождение форсирования, надежно поражая вновь выявленные объекты противника в его глубине и на флангах, сковывая его действия и воспрещая проведение маневра. Развивая успех из исходного района по 3 направлениям на рубеж форсирования выдвигается 3-й эшелон в составе мотострелковой роты на боевых машинах пехоты БМП-2. С достижением противоположного берега 3-й эшелон совершает маневр охвата и выходит в тыл противника, где во взаимодействии с 1-м и 2-м эшелоном завершает его разгром. Справа от боевого порядка выдвижение понтонно-мостового батальона и его развертывание. Понтонно-мостовой парк предназначен для оборудования мостовой и паромной переправы грузоподъемности от 60 до 170 тонн, протяженностью до 150 метров. Завершает форсирование и захват противоположного берега подразделение 3-го эшелона в составе мотострелковой роты на боевых машинах БМП-2, сосредоточенным огнем 1-го и 2-го эшелона, а также подразделений прикрытия передового отряда, надежно поражаются и подавляются объекты противника во всей глубине его обороны. Уважаемые господа, вы наблюдали один из способов преодоления водной преграды – форсирование сходу. Водную преграду протяженностью 250 метров форсировал усиленный десантно-штурмовой батальон свыше 40 единиц бронетехники и около 400 десантников в полной боевой экипировке. В небе выход на боевой курс самолета военно-транспортной авиации Си-295. На борту самолета размещены боеприпасы, медикаменты и продовольствие, необходимые для ведения боевых действий подразделениями передового отряда. Впервые в Вооруженных силах Республики Казахстан в рамках учения массовое десантирование грузов посредством самолетов военно-транспортной авиации Си-295, переоборудованных для этих целей, что многократно расширяет боевые возможности и живучесть десантно-штурмовых войск при ведении боевых действий в отрыве от главных сил. По данным воздушной разведки, в оперативной глубине обороны противника обнаружено выдвижение его резервов в составе докомбинированного батальона. Командующим десантно-штурмовыми войсками принято решение на применение тактического воздушного десанта на вероятных маршрутах выдвижения противника с задачей воспретить выдвижение резервов противника, нанести им максимальное огневое поражение и во взаимодействии с передовыми частями завершить его разгром. Для захвата площадки приземления и обеспечения десантирования главных сил передовой отряд ведет разведку с воздуха. В местах приземления на ходу принимает боевой порядок, стремительно выдвигается на выгодные для ведения боя рубежи за границами площадки приземления, захватывает их, организует оборону и не допускает подхода противника к площадке приземления, обеспечивая выброску главных сил. Вслед за десантированием грузов на боевой курс выходит 3 самолета Си-295 военно-транспортной авиации с десантниками на борту. Военно-транспортный самолет Си-295 с передовым отрядом тактического воздушного десанта. Высадка десанта осуществляется на парашютах специального назначения «Берку» с высоты 1800 метров. Завершает десантирование экспертная группа десантно-штурмовых войск на парашютных системах специального назначения «Инсайдер» акционерного общества «Технодинамика». Передовая группа десанта осуществляет уничтожение противника на площадке приземления, захватывает ее и обеспечивает высадку главных сил. При встрече с противником на маршрутах выдвижения десант, не ввязываясь в затяжной бой, обходит очаги сопротивления, огнем и решительной атакой уничтожает мелкие группы противника. Завершив захват площадки приземления, передовой отряд тактического воздушного десанта занимает круговую оборону и готовится к встрече главных сил. Выход на боевой курс транспортно-боевых вертолетов Ми-17 с десантом на борту в сопровождении пары ударно-боевых вертолетов Ми-35. Боевой полет в район десантирования совершается одной колонной на малых и предельно малых высотах. После высадки личный состав формирует круговую оборону в готовности к отражению нападения противника. После десантирования тактический воздушный десант быстро и скрытно выдвигается в предбоевом порядке к назначенному рубежу и сходу захватывает его. С выходом к назначенному рубежу десант закрепляется на нем и овладевает прилегающими командными высотами. Переходит к круговой обороне в готовности к отражению нападения. Завершив уничтожение противника, десант в предбоевом порядке осуществляет выдвижение в район эвакуации. Поддерживающие вертолеты находятся в готовности к огневой поддержке подразделения охранения, прикрытия и вертолетов десантной группы, особенно при их посадке и взлете. Уважаемые господа, вашему вниманию был представлен показ развертывания и наведения понтонно-мостовой переправы через реку Или. Для развертывания переправы протяженностью 250 метров, шириной проезжей части 7 метров и грузоподъемностью 60 тонн осуществляет выдвижение из исходного района колонна главных сил оперативно-стратегического командования к участку переправы. Переправа производится несколькими рейсами в установленном порядке. Выдвижение колонны осуществляется под прикрытием самолетов фронтовой и вертолетов армейской авиации. Многоцелевой самолет истребитель-бомбардировщик Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей противника днем и ночью в любых метеорологических условиях. Прямо перед вами в районе понтонного моста вы наблюдаете переправу колонны главных сил. Первый эшелон составляет легкие маневренные десантно-штурмовые подразделения на бронетранспортерах БТР-80. За ними в колонну выдвигаются тяжело вооруженные и бронированные подразделения второго эшелона в составе мотострелковых и танковых подразделений на гусеничной технике, боевых машинах пехоты БМП-2 и танков Т-72. Справа, в небе, вы наблюдаете переброску подразделений и техники сил специальных операций вертолетами Ми-17 армейской авиации в район выполнения задач. Вы наблюдаете переброску многоцелевых мотовездеходов повышенной проходимости «Баги» на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов Ми-17. Силы специальных операций структурно состоят из отряда специального назначения, разведывательных полков и центров подготовки специалистов. Уважаемые господа, вашему вниманию представлен практический показ преодоления водной преграды форсированием сходу на бронетехнике, переправой по понтонному мосту и на плавсредствах. На противоположный берег переправлен усиленный десантно-штурмовой батальон, около 100 единиц военной техники и свыше 700 военнослужащих в полной боевой экипировке. Посредством военно-транспортной авиации осуществлено десантирование 100 десантников парашютным способом и 250 десантников посадочным способом. В район ведения боевых действий переброшено 2500 килограмм груза. Господин Верховный Главнокомандующий, уважаемые гости, на этом показ практических действий завершен. Құрметті көрермен, мына жерде тұрып нағыз майдан даласында жүргенде әсер алдық. Кескілескен ұрыс, жарылыстар барлығы шынайы болғандай. Негізі сценарий бойынша десантшылар мен құрлық әскерлерінің сарбаздары мына Лев өзенінің ар жағындағы жаудың көзін жою керек болған. Әскерилер көргеніміздей азғантай уақытта қарсыласты тізе бүктірді. Ал мемлекет басшысы Қасым Жомар Токаевтың өңірге сапары әлі жалғасады. Ол жайлы алдағы шығарылымдарда баяндаймыз.